Самая красивая дорога сейчас будет. Самая красивенькая дорога. Не знаю, если панель будет отражаться, то я не буду снимать. А если панель не будет отражаться, тогда буду снимать. Что, они рыбы не продают? Они дальше. На площади там горбали. Там же они на стоянке сейчас, по-моему. Вроде не отражается. Можно поснимать. Внимание! Самая красивая дорога. Ну, может, не самая-самая. Одна из них. Одна из них, да. Вот они, видишь, где сейчас торгуют. Вот с этой стороны, справа. Рыба написана. Все, кто не сумел наловить рыбу, заезжают сюда. Сразу копченые. Ну, не сразу. Наверное. А вот отражается панель. Видишь, они такие пачками вываливаются. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. По интересам, наверное, или по скорости, как они идут. Не знаю даже. Ой, еще видишь. Какая-то торговля идет. Небезопасные. Лисички. Даже трицикл. Лисички-сестрички. Да, судя по ассортименту, в основном лисицы. Колпачков не видно. Подосиновиков тоже. О, аллея такая, смотри. Мы ее снимаем, снимаем, а ее никто не смотрит, не смотрит. Ой-ой-ой. Они сейчас какие-то не очень белые. А вот я помню, мы один раз ехали, они какие-то беленькие-беленькие были березы. Они весной будут беленькие-беленькие. Наверное, отбелены. Вон кочерги. Так, не надо, это страшное слово произносить. Мы уже проехали. Проехали? Да. Что-то я не заметила. А я что-то думала, что они после мяты. Но они после мяты, если ехать и спасаться. Классная дорога, да? Жалко, только озеро не видно. С правой стороны Батурина. Вот кочерги. Кочерги это второй. Да, стоянка. Кочерюшки. Кочерюшки. А там раскочерги, вот это черницы, я имею в виду. Где мы с тобой стояли? Нет, черница это, ну ты нет, не про те черницы. А как оно, что-то такое похожее? Черняты. А, черняты. Да мы еще не доехали. Ты намекаешь, что будет еще полтора часа? Нет, я постоять. Хочу сказать, что мы не знаковое место. Это знаковое. Плюнь три раза лучше. Лучше плеваться. Плеваться не надо. Ну вот ты мядель твой, пожалуйста. Да, вот ты мяделька. Ну вот ты мядель пришел. Словно и не бывало. Посмотри, 700, я теперь понял, что за праздник. 1324 год. 700 лет мяделю, вот. А мы еще удивлялись, что это они так празднично тут распраздновались, да. Налево поедешь, озеро увидишь, прямо поедешь,
в поставу попадешь. Ири-ири-ири. Что? Гордимся, что мы научили плакат. А, да. Рекламный. О, блокхаус, смотри. Потом перепишем телефон. Нам блокхаус не надо? Нет, не вагонка. Нам уже блокхаус. Но доски не помешали бы. Но не блокхаус. Мы, кстати, сейчас можем заказывать мебель. Ну, вот такую, деревянную. У нас же есть специалисты. Средневзвешенным ценам. Электромобилей все больше. Электричество идет на смену бензину и солярке. Стремительным домкратом. У Ляписа Трубецкого было такое стихотворение про стремительный домкрат. Он не знал, что такое домкрат, но ему показалось, что это название должно быть стремительным. Что-то быстрое домкрат. Мегастрой. Да-да-да. Проедем весь Мядель, не выключая камеры в реальном времени. Поехал. Все, поехал? Гаишники. А? Гаишники поехали навстречу на пленку. Да? Да. И сидишь, трещишь. И не видишь ничего. Не вижу я гаишников. Так это хорошо, когда люди заняты делом. И не до нас, до праздно шатающихся. ГАИ – это замечательно. Это наши друзья. И братья по разуму. Стало плохо. Ну, не мудрено, воскресенье, такая погода. Вот так, если ехать прямо, приедешь прямо на Нарыч. Довольно скоро. Ты не хочешь посетить Нарыч? Нет, не хочу я посетить Нарыч. Дружественный. Я хочу посетить свой дом. И посетить. Чем быстрее, тем лучше. Да? Мы свой дом не можем посетить уже 5 дней. Но, как бы, посетим, я думаю. Интересно, в поле маки растут. Да? Мелкие, да, оранжевые лукаи. Вся. Точно думаешь, маки? Да, маки, шишки, вижу, что это. Мелкие. Я смотрю, мода пошла на металлические крыши из металлочерепицы. Как-то ее все прокидывали. И вдруг она, может, нам, ну, как-то, наверное, людям нравится, не замахнуться ли нам? Стучит дождь. А ты знаешь, ничего там такого страшного. В этом году что, много дождей стучало? Ну, извини меня, это же год на год не приходится. Ты же крышу делаешь не на один год. Нет. Да, не стучит. А ты знаешь, под стук дождя даже спится хорошо. Да, да, да. А по штыку, когда тебе стучит. Там какую изоляцию не делай, все равно слышно. Ай, Таня, другое дело, если мощный будет этот, как он, град, во, это да. Можем побить. Поставы 28.
видишь, уже поток машин меньше на встречу, потому что ехали в основном, наверное, с Нарыч. А вот тут интересное место. Я уже один раз рассказывал, по-моему. Каливария вот тут. Каливария. Я пальцем не могу показать стекло. Во. Тут такая интересная. Путь на Голгофу. Все дела. Там какие-то ценности даже имеются. А вот, видишь, пошло. Пошла вода. Рудакова. Ты на Рудакова не хочешь, девочка, да? Понятно, не хочет девочка на Рудакова.